Почковский Владимир Александрович родился в Тирасполе в 1923 году. Воевал на Брянском, Калининском, Юго-Западном, Воронежском, Первом Украинском и Первом Белорусском фронтах. Летом 1943 года под Курском участвовал в крупнейшем во Второй мировой войне танковом сражении. За два июльских дня 1943 года на боевом счету его роты было 26 уничтоженных вражеских танков. Лично Почковский уничтожил 3. За мужество и героизм, проявленные в боях, был награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Суворова 3-й степени, орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, 3 орденами Красной Звезды, орденом за службу Родине в Вооруженных силах СССР 3-й степени. 26 апреля 1944 года 20-летнему капитану Почковскому было присвоено звание Героя Советского Союза.